1, 2, 1, 2, 3, 4. Антимонопольный закон был принят при Рузвельте. И за 8 лет президентства он заслужил прозвище «Трастбастер», что можно перевести как «разрушитель трестов». Под его руководством было раздроблено 44 крупнейших монополий страны. Одновременно он приобрел множество влиятельных и очень опасных врагов. Среди них был самый богатый человек Америки Джон Рокфеллер. Под удар Рузвельта попала его нефтяная монополия «Стандарт Ойл». Нефть – кровь экономики. И национальные интересы требовали, чтобы она потекла в правильном направлении. 100 лет назад Теодор Рузвельт первым из американских президентов заложил фундамент новых взаимоотношений власти и большого бизнеса. Но многие из его преемников совсем по-другому смотрели на эту проблему.